Имея дома хлебопечку, не устаешь экспериментировать с различными видами хлеба. В этот раз хочу поделиться с вами рецептом необычного хлеба на основе вареной чечевицы. Попробуйте и вы. Готовый хлеб получается красивого желтого цвета с нежным мякишем. Подайте его на обед к первым блюдам или же приготовьте бутерброды к завтраку. Очень вкусно и нежно. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Чечевицу залейте водой, доведите до кипения и отварите в течение 10-15 минут. Затем всю массу пюрируйте блендером. Выложите чечевицу в хлебопечку, должно быть 300 г, если не хватает, подлейте водой, добавьте соль и сахар. Насыпьте необходимое количество муки, влейте растительное масло, воду и добавьте дрожжи, включите основной режим выпекания хлеба, у меня он длится 2 часа и 50 минут. Подписывайтесь и ставьте лайки. Готовый хлеб остудите в полотенце. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Ингредиенты. Чечевица, 100 грамм, вода, 300 грамм, мука, 350 грамм, соль, 1 чайных ложек, сахар, 1 столовая ложек, дрожжи сухие быстрорастворимые, 6 грамм, растительное масло, 2-3 столовые ложек, количество порций, 3-4. Подпишись и поставь лайк, чтобы не пропустить следующее видео, которое поможет вам вкусно готовить. Удачного приготовления, приятного аппетита, жду вас снова.